Представим тебя, как бы получается, перед соблазном сбежать от своего же собственного проявления, да? То есть мы все время тебе создаем такую ситуацию, когда ты такой, бля, бежать, да? Но не настолько ужасно, что, то есть у тебя всегда есть выбор, сбежать или все-таки сделать этот шажок и немножко продвинуться дальше. И таким способом мы расширяем горизонты твоей личности. Что ты об этом думаешь? Ну, это классно. Это метод твой авторский. Да? В принципе, так, да, это мой авторский метод. Потому что я такого еще не встречал. Да. Ты как специалист по рекламе чувствуешь в этом потенциал финансовый? Мы можем стать миллиардерами? Конечно, запросто. Запросто? Вообще как нифиг делать? Это крутая тема? Нет, ну поделать придется. Да что придется, это тоже. Придется — это контекст нужды. Хочу делать, могу делать, люблю делать. Проявляюсь как тот, кто действует. Вижу потенциал, вижу, какие могут быть результаты, ощущаю связь с этим. Придется — это же просто контекст. Что типа я все делаю, типа, ну, понимаешь? Да. Из-под палки. Это же твоя же жизнь. Тебе, по сути, тебе помогаю твоей же жизнью начать жить. 50 на 50, согласен? По прибыли. Погнали. Отлично.